Юлией Дощаевской в спорте. Я очень рад, что у нас набрался сильнейший состав, такой состав музыкантов, который могли бы завидовать каких-то разных крупнейших вещей. Мы все очень любим этот город, а консульство всех причастных организаторов фестиваля «Песок» связано с Тбилиси, и мы поэтому остановили свой выбор здесь. Кстати, ссылка на билеты, они есть разные цены, начиная от 5 лат. Хотим потрясающим местам добавить потрясающих музыкантов и вместе рождать какой-то новый проект. Главная особенность в том, что мы выносим классическую музыку за пределы стандартных залов, где мы придумали ее слушать, всегда знаем ее слушать. А делаем мы это для того, чтобы по-новому ее воспринимать. И с одной стороны дать возможность людям, которые уже любят классическую музыку, дать новое восприятие, а с другой стороны привлечь более молодую аудиторию, которой намного проще воспринимать музыку вне привычных рамок классических произведений. Так как фестиваль у нас международный, мы собираем лучших музыкантов со всего мира. В этом году на этот фестиваль мы привезли японскую скрипачку Тамаки Кавабука. Мы привезли троих российских музыкантов: Бориса Андрианова, Дмитрия Илларионова и Андрея Баранова. Также мы привозим из Венской филармонии Штефана Владера и Герхарда Маршнера. Программа у нас будет очень разнообразная, включая грузинских композиторов, российских композиторов. И вот здесь это тоже концепция международности, она прослеживается нитью везде, через весь фестиваль. Изначально идея моя, в принципе, делать фестиваль в Грузии была в том, чтобы проехать по всей Грузии и показать разнообразие потрясающих регионов и сделать это как-то красиво. И это мы обязательно сделаем в следующем году. Мы поедем в Кахетию, и в Сванетию, и в Казбеге, и привлечем туристов, которые проедут вместе с нами, с музыкантами. И здесь такая важная сопричастность тоже, что мы рождаем что-то новое вместе. И аудитория, и музыканты, и красивейшие площадки. It's like my first time in Georgia, and I had absolutely no idea what this is going to be like. And yesterday we visited the mountainside, and it's just astonishing. It's so beautiful. I never would have expected something like that. And it's also great to come here to play with such good musicians. Today is like the soloistic concert. We're gonna play the Mozart Concertante, Andrei Baranov and me. He's playing a violin by David Oistrakh, which was in his private instrument collection. And, well, I play a 1953 Italian viola from Marino Capicchioni. Nothing very special, but still a good old instrument now. To experience new things, things that you only you taste. Фестиваль Шесахеп, Ромелиц, Дайгекма Сакартолоши, и Ирвала Тардеба Сакартолоши, Дешемде, Кукра, Схам Соплю, Схадесхак, Кванаши, Чатардеба. Эти арис, азри, а музыкалури фестивали, Срамосес, Куя, Монишне, музыка, Руказе. Сакартолоши, имитом Дайгекма, да, как это Арчевани, Радган Сакартоло, арис, Томарт Мохуаре, Кукана, Дидари тависи музыкалури мемкудреобит, да фестивали ганихилавс, гаданас музыкис, са концерто дарбазебис мигма. Это искусство не массовое, нам хочется больше людей привести, но и чтобы сочеталось и визуальный ряд. Я хочу спину. Я хочу спину.